Сегодня представители Ассамблеи народа Казахстана города Кокшетау передадут эстафету АНК «20 добрых дел» своим северным соседям. Символически Тайказан примет северо-казахстанский регион. В рамках республиканской акции во всех районах Акмолинской области стартовали различные благотворительные акции, конкурсы и ярмарки. Тематические мероприятия будут проходить в течение всего года. В них вовлечены все школы, вузы и предприятия. Стоит отметить, что в Кокшетау проживают более 100 этносов и функционируют 28 этнокультурных объединений. А осенью прошлого года здесь был открыт Дом дружбы. Будет оказана определенная помощь семьям из числа малоимущих семей, из тех людей, которые нуждаются в поддержке. Это будет и помощь в оплате коммунальных услуг. Это будет и помощь в приобретении бытовой техники. Это будет и топливо, если речь касается о тех людях, которые проживают в сельской местности. Уголь, дрова.